Открываете это видео, нажимаете на «Пожаловаться», далее выбираете ксенофобия и оскорбительные дискриминационные высказывания. Таким образом, мы добьемся того, чтобы YouTube обратил внимание на этот ролик. Есть такой человек, его зовут Сергей Асланян. Я не знаю, как правильно его назвать, журналист или кто он, может, эксперт он по всем вопросам. Но это человек из команды Михаила Ходорковского. Очень интересный персонаж, сейчас вы увидите. Он вышел в эфир на YouTube-канале «Утро февраля». Где-то час они разговаривали, и за этот час Сергей Асланян позволил себе очень много ксенофобских высказываний, оскорбительных в адрес чеченцев, кавказцев. То есть там этот разговор переполнен вот этими оскорблениями на почве религиозного, даже здесь не столько религиозного, сколько национального, этнического, вот, какой-то предвзятости и ненависти. Давайте сейчас по порядку посмотрим несколько выдержек из этого их разговора, а потом их прокомментируем. Итак, number one. Чечены здесь в этой разборке идут совершенно отдельно. Чеченов не простят никогда. Чеченов ненавидеть будут в веках. И на чеченов стойка внутри правоохранительных органов всегда боевая. Как только с предохранителя снимут, менты, ну они же полицаи, ФСБшники, чеченов в России изничтожат до последнего. И они об этом сами говорят, что дали бы нам команду, мы решили бы вопрос в 3 дня. Решили бы чеченскими методами, с отрезанием голов, с, как полагается, со всеми остальными атрибутами. Но это такой национальный колорит чеченов, головы отрезать. Итак, отрезать головы – это такой национальный колорит чеченов, не чеченцев, обратите на это внимание. Это национальный колорит чеченов, то есть это то, что, видимо, нас, по мнению Сергея Асланяна, это нас как-то вот выделяет. Видимо, есть такая вот особенность у нас, по мнению Асланяна. Окей, смотрим еще одну выдержку из этого разговора. Здесь Медведев опоздал своих как раз соратников по ЧВК. Это самая главная новость. Не новость жестокость, не новость садизм, не новость отрезание голов. Новость то, кто это сделал. В ЧВК не чечены. Чечены головы режут друг другу, русским. Для них это норма. У них это не то, что вместо «здрасте», но вот у них так это принято. И то, что теперь начинает проявляться здесь российский след, это сделал кто-то из русских, вот это самое главное открытие. Так, чечены головы режут друг другу, русским. Ну вот такая вот особенность у нас. Это мы не то чтобы вместо «здрасти» делаем, но вот любим мы, значит, это дело, считает Сергей Асланян. Так, смотрим еще одну, третью выдержку из этого разговора. Абсолютно доступно. Хотя мы видим, с другой стороны, Кавказ. Весь Кавказ именно на этом и стоит. Там, чем ты звероподобнее, тем ты уважаемый. На Кавказе тебе не воздают должное по умолчанию за факт написанной диссертации. За возраст – да. Но, как один из исследователей Кавказа Александр Покровский писал, когда среди долгожителей, клана долгожителей, тебе 60 лет, а над тобой еще целых 2 поколения, и в свои 60 ты никто, не говоря же о том, что в свои 20 над тобой 4 поколения аксакалов, и твой прадедушка, ему сейчас 99, и он, тем не менее, самый уважаемый, действующий, а ты в этой пирамиде никто. Доказывай свою состоятельность, мужественность, можно поступками, выходящими из ряда вон. Например, отрезав кому-то голову. И ты показываешь, что, смотрите, я уже мужчина, и тебе все аплодируют, всем кланам, и старшие на вершине, находящиеся со своего возраста уровня 99 лет, похлопают тебя по плечу и говорят: молодец, сынок, правильно сделал, мужчиной стал. Это происходит в веках, и в том числе в 2023 году. Так как мы являемся дикарями, у нас нет такого, чтобы кто-то мог с помощью там своих мозгов какое-то положение в обществе высокое получить.
У нас все устроено так, что старики там, в четвертом поколении у нас, они уважаемые, 20-летний молодой никак не может стать уважаемым, кроме как отрезав кому-то голову. И только когда мы отрезаем кому-то голову, вот этот вот самый старший, у нас самый уважаемый, он хлопает нас по плечу и говорит: «Молодец, ты, значит, правильно сделал». Так вот, у вас из этих трех вырезок у вас может сложиться впечатление, что этот, весь этот эфир был посвящен чеченцам, там, кавказцам, отрезанию головы и так далее. На самом деле нет. На самом деле этот эфир посвящен ксенофобии в России. То есть Асланя, он как бы, он вообще в целом высказывает свою озабоченность и дает какое-то экспертное мнение по поводу ксенофобии в России. И более того, говорит, что он сам является жертвой этой ксенофобии. Вот послушайте, как он рассказывает о своей молодости, как он учился, и из-за его фамилии, у него фамилия Асланян, очевидно, ну, на армянский лад, как я понимаю, может быть, он сам и не армянин, не знаю, но вот послушайте, как он сам рассказывает, как его, говоря современным языком, буллили в школе или в вузе. Но если вот посмотреть, например, на мою биографию, я был единственным нетитульным в классе, и на весь класс учитель мой, заполняя журнал 1 сентября, говорил: «Асланян? Армян? Грозно!» И весь класс радостно ржал, потому что было понятно, что на мне изъян. То есть в этот момент у меня на спине появлялась такая нормальная шестиконечная желтая звезда, и весь класс потом знал, что не армянин. Нет, у меня учитель не выговаривал это слово, он говорил «армян». И все знали: «А, армян!» То похлопывание такое по плечу, типа: «Не-не, ну что, ты тоже человек, там, если что, мы тебе тут булочку оставим за завтраком». Это был расизм на совершенно естественном уровне. Он не требовал никакой подпитки, его не нужно было как-то провоцировать. Это по умолчанию. Обратите внимание, он говорит про своего преподавателя, который не мог выговорить армянин, называл его армян, но при этом сам Асланян не может выговорить чеченцы и называет нас чеченами, что является ошибкой в русском языке. Он должен говорить чеченец, чеченцы, а говорит чечен, чечены. Но спишем это на то, что, возможно, из-за психологической травмы, которую он получил в молодости, это как-то отразилось на его психике, и он теперь стал других называть таким образом. И возложим эту вину не на него, а на его преподавателя. Но удивительно то, что он, рассказывая о вот этой вот ксенофобии, жертвой которой является он сам, при этом он сам источает эту ксенофобию в адрес чеченцев и кавказцев в первую очередь. Возможно, в той же школе или в том же институте, может быть, были еще какие-то истории, связанные с нами, может быть, тоже какие-то психологические травмы, и они отразились сегодня на уже взрослом Асланяне. Я не знаю, мы можем только догадываться. Я бы хотел пообщаться со Асланяном где-нибудь наедине с ним, ну, не обязательно лично даже, а вот какой-то, может быть, посредством видеосвязи, и вот рассказывать ему часами о том, как в нашей семье мой отец, мой дед, они все отрезали головы, и у нас в доме вот бывают такие серванты, стоят у людей, и там обычно посуда у них хранится, или какие-то там фотографии, какие-то реликвии, что дорого для семьи. И вот у нас вместо этого в этом серванте всегда хранились головы тех людей, которые были отрезаны моими отцами. Я бы хотел ему об этом рассказывать, но, увы, у меня нет таких историй, потому что ни мой отец, ни мой дед, ни его отец, ни в нынешнее время, ни 100, ни 200, ни 300 лет назад у нас никто не практиковал подобного, и человеческие головы у нас никогда не являлись предметом гордости, какими-то реликвиями. И я сомневаюсь, что Асланян знает или встретит кого-нибудь среди чеченцев, у кого в семье была бы такая традиция. Это очень сомнительно. Я даже убежден в том, что он никогда ничего подобного не встретит. Но есть страна в этом мире, она и сейчас существует. В этой стране отрезание головы
является неким культом, является частью идентичности, культурного кода этой страны и его народа, ее народа. Причем не только сейчас, это и сейчас, это было так и 50, и 100 лет назад, и 200, и 300 лет назад. Вот с тех пор, как эта страна на карте, политической карте мира появилась, всегда особенностью этой страны и ее народа в большинстве своем было то, что они отрезали головы и действительно показывали их, гордились этим и воспитывали на этом своих детей. И в этой стране до недавнего времени, вот совсем недавнего времени, в ее культурной столице, ее культурные жители, жители этой культурной столицы, вставали утром, в кругу своей культурной семьи культурно завтракали, затем надевали на себя культурные наряды, высокосветские, это образованные, начитанные люди, как и сам Асланян. Затем они шли в культурный музей, в котором лежала голова того самого кавказского дикаря Хаджимурата, отрезанная когда-то их культурными предками. И эти культурные жители этой культурной столицы показывали эту голову своим детям и гордились этим. Это происходило вот сейчас, не только 100-200 лет назад, а сейчас, в современной России. Это имя этой стране Россия, это та самая страна, гражданином которой является Сергей Асланян. Это, кстати, если кто-то не знает, эта голова была убрана из этого музея. Кстати, что это за музей? Сейчас я вам... Это музей имени Петра Великого, музей антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге. В этом музее эта голова из экспонатов, выставленных на показ, была убрана вчера. Вот только нынешнее время. И она остается в этом музее. Просто ее... Теперь нельзя на нее посмотреть, нельзя культурно собраться своей культурной семьей и пойти лицезреть эту голову. Но она остается на хранении в этом музее. И вот человек, который ассоциирует себя с этим культурным кодом, с этой страной, относит себя к ее элите, к ее интеллигенции, а этим занимается именно интеллигенция. Я думаю, что среднестатистический житель России даже не знает про этот музей, и тем более про эту голову. А вот та самая интеллигенция, которая ходит в музей, изучает ее экспонаты, вот как раз они, их частью их культурного кода и является отрезание головы, хранение этих голов, этих черепов. Это мне не нужно даже говорить сейчас про зверства, которые творила российская армия в Чечне, как они отрезали головы, там, варили, чтобы потом делать из этих черепов пепельницы, там, дарить друг другу. Можно сказать, ну, быдло, армия, да? Нет, тут интеллигенция этим занимается. Так вот, дорогой Асланян, я могу тебя уверить в том, что ни в кавказском государстве, в Имамате, которая существовала там, 2 века назад, ни в современном чеченском национальном государстве, независимом, никогда не было музеев, где лежали бы отрезанные головы русским или нерусским, как ты сказал, ни друг другу отрезанные, ни русским отрезанные. Мы никогда не хранили головы в музеях, и никогда не водили своих детей смотреть на эти головы. Какие-то отдельные вещи, явления, они везде присутствуют. Но вот чтобы отнести это к особенности народа, к счастью моему и, к сожалению, твоему, ты не найдешь таких, ни одного прецедента, ни у чеченцев, ни у кавказцев в целом.
И еще самый важный момент, который в этом разговоре вы почему-то вообще никак не упомянули, не коснулись, что даже какие-то акты насилия, жестокости даже, не насилия, акты жестокости, которые имели место быть во время войны у нас, на которые вы, конечно же, с удовольствием сошлетесь, если мы будем на эту тему дискутировать, вы обязательно сошлетесь на какие-то видеоматериалы, там вот проявления жестокости. Так вот, вы обязательно упоминаете, что это эти акты жестокости какими-то отдельными лицами были совершены в то время, как вы напали на этих дикарей кавказцев, какими вы нас считаете. То есть даже жестокость, которую проявляли мои соотечественники, мои братья, мои отцы, даже эта жестокость была продиктована лишь самообороной. Никогда никто из кавказских дикарей, из наших отцов, никогда не приходил на территорию России или какую-нибудь другую территорию и никогда там никого не убивал, никому ничего не резал, не отрезал, не грабил, ничего подобного. Все это, вот удивительно, да, все эти акты жестокости даже, которые имели место быть, происходили исключительно на нашей территории, не на вашей территории. Вот этот момент тоже нужно обязательно в этих своих разговорах упоминать. А теперь я хочу обратиться уже к аудитории своей, дорогие друзья. На самом деле, шутки шутками, я, конечно, сейчас в такой немножко шуточной форме это все, об этом все вам рассказал, но на самом деле произошедшее и то, что этот человек себе позволил на широкую аудиторию и этот канал «Утро февраля» опубликовал, это очень серьезный прецедент. Вы не представляете, что бы произошло, если бы он вместо чеченцев вот в этом своем спиче назвал бы евреев, если бы он что-то подобное сказал бы в адрес евреев, сегодня Ходорковский на коленях бы стоял, вот как он в эфире с Гордоном плакал, когда война началась, помните эти слезы? Вот он точно так же стоял бы на коленях и плача оправдывался бы за то, что человек, который работает у него и на него, посмел высказать подобные ксенофобские вещи. Конечно же, предварительно этот человек был бы уволен. В этом нет сомнений. Этот канал, опубликовавший эти ксенофобские высказывания, и никак, вы заметите, можете посмотреть, вот эта Курбанова, Алена, по-моему, она даже никак не возражает на все эти отвратительные высказывания Асланяна. Никак это не комментирует. И выложили они это без каких-либо сопроводительных комментариев. Этот канал, если бы это было сказано про евреев, этот канал бы, разумеется, удалил это видео. Разумеется, те, кто допустили публикацию, были бы уволены. И они бы оправдывались за то, что они это сделали. А почему это бы произошло? Потому что на всех уровнях они бы получили такую атаку, на всех юридических, этических, иных, как там юристы, политики, все они бы такой хейт, такую волну хейта получили бы, что они просто бы не справились с ней. И мы не настолько многочисленный народ, как еврейский, а у нас в лучшем случае там нас 1-2 миллиона. Поэтому у нас и возможностей, конечно же, меньше. И что греха таить, поддержки у нас, конечно, в разы меньше. За чеченцев в этом мире мало кто будет вступаться. Поэтому, конечно, мы сами должны в первую очередь вступаться за самих себя. Поэтому я сейчас призываю всех, нужно пожаловаться на это видео, на канале «Утро февраля». Переходите по ссылке под этим эфиром на мой телеграм-канал. Самая последняя публикация будет как раз вот про эти ксенофобские высказывания Асланяна. Там будет инструкция, как все делать. Будет ссылка, все необходимое. Переходите, открывайте это видео, нажимайте на «Пожаловаться»,
Далее выбирайте ксенофобия и оскорбительные дискриминационные высказывания. Таким образом, мы добьемся того, чтобы YouTube обратил внимание на этот ролик. А я уверяю вас, это то, что сказано в этом видео, это нарушение правил сообщества YouTube. Публикация этого видео является грубейшим нарушением правил сообщества YouTube. YouTube это не допускает. Поэтому нужно обратить внимание модераторов на это видео, чтобы они удалили его и вынесли предупреждение авторам этого канала. И далее по всем возможным каналам нужно, то есть если у нас, если есть там по политическим каналам, по юридическим и так далее, на это должна быть реакция. Такие вещи просто так оставлять нельзя. Настолько оскорбительные высказывания на почве национальной этнической неприязни, они недопустимы. Я, кстати, сам по себе очень, ну, толерантен, наверное, к любым убеждениям, пока эти убеждения таятся внутри этого человека. Вот будь то он там хоть обожателем Гитлера или Сталина, конченным ксенофобом, там, кем угодно, но пока это он внутри у себя хранит, таит, это его проблемы. Но как только он начинает об этом вещать, это уже становится проблемой общества. И на такие вещи нужно очень серьезно реагировать. Поэтому ссылка в описании. Приступайте, друзья. Все, сняли. Заносите голову Асланяна. انتظريني يا قدس وانتظريني.